сегодня обсудили важные вопросы. Это и статус молодежной столицы Омской области, за которым будем бороться. Это и, в принципе, вектор развития, связанные с посланием президента Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. Это и новые национальные проекты, которые планируются реализовываться у нас в стране в ближайшее время. Президент поставил задачу строить 350 спортивных объектов в субъектах. Мы обязательно будем участвовать в этой программе и будем стараться как можно больше привлекать федеральных средств для того, чтобы обновлять спортивную инфраструктуру. Именно такую задачу ставит губернатор. В области молодежной политики я более 13 лет, и я уверена, что вот в новом месте, на новой территории, с такой большой командой я смогу применить свои знания, навыки в том, чтобы о молодежи нашего города узнали далеко за пределами нашей области, чтобы мы смогли победить и получить статус молодежной столицы России.